Здравствуйте, в эфире новости, с вами Юрий Зайцев. Платная парковка на улице Союзной в Туле открыта. Об этом рассказали в ходе еженедельной оперативки в городской администрации. Новая автостоянка рассчитана на 180 машин и мест и будет работать по будням с 8 утра до 7 вечера. Первые 3 часа размещения на ней будут бесплатными, последующие каждый час 100 рублей. Кроме того, полностью бесплатная парковка будет также в праздничные и выходные дни. 10% от общего количества парковочных мест выделены для транспортных средств инвалидов первой и второй группы, а также их законных представителей. В администрации Тулы отмечают, что основная цель работы новой парковочной площадки – обеспечение свободными и доступными местами жителей и гостей города, посещающих исторический центр. С подрядной организацией «Трансдустрой» был заключен контракт на ремонт дорожного покрытия по улице Благовещенская от Союзного переулка до Советской с обустройством парковочного пространства. Значит, полностью контракт выполнен. Сегодня мы открываем данную парковку, докладываю вот эту вот нашу площадку. 5 нарушений выявлено в Туле в ходе проведения единого государственного экзамена. Об этом на еженедельном оперативном совещании администрации города доложила начальник управления образования Татьяна Золотова. По ее словам, выпускники были удалены с экзамена за использование шпаргалок и телефонов. Теперь они смогут пересдать ЕГЭ только в следующем году. Немало туликов отличились положительно. В вооружении столицы 28 школьников сдали госэкзамен на 100 баллов. Во всем регионе таких подростков более полусотни. Кроме того, выпускница лицея номер 1 получила высший балл сразу по двум основным предметам – математике и русскому языку. Выпускники, которые получили неудовлетворительные оценки по экзамену, не явились на экзамен по уважительным причинам, например, по причине болезни, или досрочно закончили сдачу экзамена, у нас были такие ребята, которым становилось не совсем хорошо во время процедуры проведения экзамена, соответственно, могут пересдать в резервные сроки в сентябре 2018 года. 3 человека сгорели заживо в результате ДТП на автодороге Тула-Белев. Там столкнулись фура «Вольво» и отечественный ВАЗ. После удара легковушка загорелась, водители, двое пассажиров из авто выбраться не смогли. Личности погибших сейчас устанавливаются по предварительным данным. Именно водитель ВАЗа выехал навстречу. Также в ДТП пострадал пассажир «Вольво», 9-летний ребенок. Он госпитализирован с переломом ключицы. На стадионе «Тула-Машзавода» завершилась реконструкция. Там появилось футбольное мини-поле с искусственным покрытием французского производства, которое подходит для профессионального занятия футболом. Общие затраты на создание этого объекта составили 6 миллионов 730 тысяч рублей. Открытие посетил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, который подчеркнул важное значение спорта для региона. Уделяем большое внимание для того, чтобы как можно больше жителей занимались активным образом жизни, любили и занимались спортом. Сейчас в регионе уже действует программа по оздоровлению мужского населения. На 62 объектах областного центра проводятся ремонтные работы по программе «Народный бюджет». В этом году наибольшее число заявок поступило от руководителей общеобразовательных учреждений Тулы. Большую часть контрактов уже заключили. Смогут ли подрядчики выполнить работы в срок? Подробнее в сюжете. Старая облицовка постепенно слетает с фасада Центра образования номер 27. Для ее демонтажа задействовано порядка 20 сотрудников подрядной фирмы. Рабочие трудятся на объекте уже 2 недели. Столько же времени потребуется, чтобы полностью снять старую отделку со стен образовательного учреждения. Такие прогнозы дают руководители строительной фирмы. Большую часть работ составляет демонтажная. Да? При монтаже нужно будет задействовать, конечно, меньше людского ресурса. В основном другие рабочие зайдут. Я так думаю, что еще пару недель, плюс-минус где-то там 2-3 дня. Затем начнутся работы по нанесению нового отделочного покрытия на стены. Причем далеко не все. В этом году рабочие восстанавливают фасад только одного из корпусов школы. Другие в ремонте не нуждаются. Их уже привели в порядок ранее. Сотрудники учреждения участвуют в программе «Народный бюджет» 3-й год подряд. В прошлом году вот эта часть здания, напротив которой мы находимся, была отремонтирована как раз в рамках проекта «Народный бюджет». Так сегодня эти работы уже по другой части здания мы продолжаем. В администрации наблюдают за ходом работ на всех этапах. По их оценкам, в этом году наибольшая часть объектов, которые вошли в программу, это как раз детские сады и школы. Участвовали и в прошлом году, да, в «Народном бюджете». Участвуют в этом году тоже довольно-таки хорошая тенденция, на самом деле, да, участие в программе. То есть
опять же, повторных участий говорит о том, что в целом они результатами довольны, то есть они хотят дальше тему развивать. За все время участия в программе с учетом софинансирования на ремонтные работы в Центре образования было направлено порядка 8 миллионов рублей. 2 конкретно в этом году. На эти средства будет восстановлен фасад и отремонтированы 10 кабинетов. Но сотрудники школы хотели бы также благоустроить прилегающую территорию. В частности, заменить асфальтовое покрытие, установить новые спортивные площадки. Что в данный перечень работ не входит, поэтому они снова намерены принять участие в народном бюджете в следующем году. Илья Логинов, Андрей Ремезов, новости Тулы. Стартовало голосование за лучшее название общественных пространств Тулы. В конкурсе участвуют 2 объекта, которые будут благоустроены в этом году по программе формирования комфортной городской среды. Тулики могут выбрать название для сквера, который расположен напротив ТНИТИ и территории между площадью Победы и улицей Болдина. Из 95 заявок от жителей сотрудники администрации выбрали 5 наиболее популярных вариантов. Так, для территории возле завода сквер ТНИТИ, сказка, привокзальный, болдинский, весенний. Сквер возле автовокзала может стать студенческим среди других возможных вариантов. Сквер «Зачетка», «Перемена», «Политех» или «Сквер Победы». Проголосовать за лучшее название можно на сайте администрации до 25 июля. Итоги будут подведены 1 августа. По факту стрельбы в центре Тулы возбуждено уголовное дело в отношении жителя Санкт-Петербурга. В минувшую субботу мужчина произвел 1,5 десятка выстрелов из автомата возле одного из кафе недалеко от здания областного управления МВД. Оружие было охолощено. По словам очевидцев, группа молодых людей каталась на автомобиле BMW. Один из пассажиров в этот момент палил из автомата в воздух. Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство». Кроме того, на водителя BMW составлен административный протокол. Он отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Около получаса спасатели тушили заброшенный дом на улице Пушкинской в Туле. Пожар произошел в минувшие выходные. На месте работали 6 расчетов, понадобилась спасателям автолестница. В результате происшествия в доме сгорело, обрушилась кровля по всей площади. Выгорели комнаты второго этажа и лестничные марши. Добавлю, что сгоревшее здание является объектом культурного наследия регионального значения. Это дом купца Страхова, построенный в 19 веке. Тульский «Арсенал» продлил контракт с полузащитником Михаилом Александровым. Новое соглашение с болгарином канониры заключили на 1 год с возможностью продления. На данный момент «Арсенал» находится в Австрии. Там проходит 3-й тренировочный сбор команды. Сегодня оружейники проведут контрольный матч с Австрией. Первую официальную встречу в российской футбольной премьер-лиге тулики сыграют с московским «Динамо». Уже назначена дата встречи – 29 июля. Игра станет для «Арсенала» домашней. В День семьи, любви и верности в Туле сочетались с браком 27 пар для 10. Праздничная церемония прошла в Кремлевском сквере. Они одновременно обменялись кольцами перед памятником Петру и Февронии Муромским, которые считаются покровителями семьи. Согласно данным статистики, с каждым годом все больше пар решают пожениться именно в этот день. Мероприятие в городе Туле проводилось когда-то очень-очень давно такого масштаба, да? Но вот мы решили возродить эту традицию, и сегодня в таком красивом месте символично очень провести единую регистрацию. Более подробно о жизни Тулы области на нашем сайте tsn24.ru. Ну а я с вами прощаюсь. Всего хорошего.